родилась в городе Мончегорске. В данный момент я работаю на комбинате Кольская ГМК, наверное, как и у многих родителей работаю там же, да. Я работаю в контрольно-аналитическом центре. Это такая большая лаборатория химическая, где очень много интересного. У нас очень много приборов умных таких, связанных с компьютерами. Эти приборы, они похожи на роботов, то есть они такие очень умные. Иногда кажется, что они даже умнее человека. А мало того, у нас происходят различные химические превращения, и глядя на это, глядя на наших роботов, на эти превращения, хочется что-нибудь такое написать сказочное, что я, в общем-то, и делаю. Вот. Но я еще раз повторяю, что основная работа – это моя Кольская ГМК. Вот. А писательство – это мое хобби. То есть я как бы, это мое увлечение, свободное от работы время. Вот. Хотя писать, да, я начала еще в детстве. В школе, когда училась, я вела что-то типа дневника. Раньше, в наше время, не было интернета. Сейчас, конечно, это представить вообще ужасно сложно, но мы даже не знали такого слова. Поэтому мы выражали свои мысли на бумаге. Наверное, сейчас я бы писала где-нибудь ВКонтакте или еще где-то. Но тогда я взяла большую тетрадочку толстую и записывала туда какие-то события, которые происходили, интересные события. Многие в наше время вели дневники, но я вела такой необычный дневник, я не записывала каждый день, да, потому что ну, не в каждый день происходит что-то такое удивительное или интересное. И поэтому я записывала только то, что потом ну, можно вспомнить. И старалась это написать, ну даже что-то присочинить, даже старалась, да, и что-то написать такое посмешнее, и потом мы все, как с моими подружками в основном, читали это и смеялись. Вот. Ну, в общем-то, вот с этого, наверное, все началось. Потом, когда у меня, ну и сказочки какие-то у меня получались, ну, они не сохранились, такие смешные, коротенькие. Потом, когда у меня появились дети, я решила написать что-нибудь для детей. Ну, просто так хотя бы. И вот первый рассказ, который я написала, называется «Динозавр с мороженым». Этот рассказ основан на реальных событиях. Вот. А все дело в том, что мне очень нравилось наблюдать за детьми, не только за своими, но и за их друзьями. И это вообще очень интересно. И вот однажды в отпуске я услышала разговор моих детей друг с другом, когда они наблюдали за небом, как плавают облака, и они фантазировали. И мне показалось, что вот это вот очень интересно, и это нужно записать. Я это записала, и потом, впоследствии, решила напечатать. Ну, потом появилось еще несколько рассказов. И вот несколько из них вошли вот в такой вот сборник. Тут всего 7 рассказов, но у меня их больше, но напечатала пока еще 7. Вот. Здесь 7 рассказов, и здесь все эти рассказы объединяют общие персонажи. Это значит 3 мальчишек. Сашка, Гриша и Эдик. С ними постоянно приключаются какие-то ситуации смешные, опасные даже бывают. И вот как бы эти истории все о них. Первый рассказ, как я уже сказала, называется «Динозавр с мороженым». Вот это история для фантазеров. Вторая история называется «Разведение и прибойники». Третий рассказ называется «Клад». Ну, о том, как два моих героя, Саша и Гриша, нашли клад. Пошли на поиски клада и все-таки его нашли, что самое удивительное. Но это немножко грустная, правда, история. Следующий рассказ называется «Камень». Это о том, как Саша и Гриша чуть не утонули в речке и спас их камень. И пятый рассказ называется «Комар». Не знаю, может, вы его читали уже, потому что он у меня напечатан в сборнике. Там про тоже Сашу, который попал в такую смешную ситуацию. А шестой рассказ у меня называется «Тухлый вирус». Вот сейчас вирус – это вообще самое популярное слово, наверное. Но это не про этот вирус, это не про коронавирус, это про другой. Вот. И этот рассказ тоже основан на реальных событиях, но эти события произошли когда-то со мной. Я просто поменяла немножко персонажей. Вот. Ну и последний рассказ называется «Живой лес». Это вообще фантастическая история, потому что там есть говорящие птицы и животные. Вот. И вообще рассказ о том, что нужно беречь нашу природу, особенно нашу северную природу, потому что она очень долго восстанавливается. Первую сказку, которую я написала, называется «Дракон и шоколад».
Да, как я ее написала, вернее, как мне пришло в голову ее написать, я увидела в интернете конкурс, где предлагалось написать сказку с какими-то необычными героями. Вот. Но я решила взяться за это дело, но была проблема, какого героя бы выбрать. И я выбрала себе персонажа дракона. Вот. Драконы — это такие существа немножко недобрые, да, я бы сказала, что они... Бывают добрые. Ну, добрые — это уже, наверное, писатели придумывают. Но у меня дракон не совсем плохой. Он, можно сказать, даже и добрый, но когда у него нет шоколада, он становится злой и вредный. Вот. И вот в этом его такая вот необычность. И эту сказку я послала на конкурс, там эта сказка вышла в финал, и напечатали сборник, вот, и даже вот мой дракон, получается, вот на заставке появился. Вот. Но самое необычное было в том, что потом к этим сказкам, которые вышли в финал, дети со всех сторон нашей России, и не только России, стали присылать иллюстрации. Мне тоже на мою сказку прислали несколько иллюстраций. Вот, ну, их было много, но, к сожалению, в сборник вот вошла только одна. Вот, это нарисовала девочка Юлиана Кудильчак. Вот такой вот красивый вот у нее получился дракон. Вот видите, как она красиво нарисовала? Для более старших читателей там рассказывается про молодого человека, который решил подняться в небо на воздушном шаре. Он сконструировал себе воздушный шар и поднялся в небо. И встретил там комету. Ну, он потом, правда, грохнулся на землю вот, с высоты. Но он не умер, он не погиб, все закончилось хорошо. Ну и еще вот сказка «Ручейный Филимон». Это тоже сказка прошла через конкурс, как и многие другие. Вот, просто хочу сказать, что тоже стояла задача придумать какого-то необычного персонажа. И я решила придумать персонажа, такого героя, которого вообще не существует. Думала, и даже не могу сказать, каким образом мне пришло в голову придумать вот это существо. Вот. Это ручейный такой по имени Филимон, он живет в ручье. Он очень строгий, он следит за порядком в ручье, чтобы вода была чистая, чтобы животные лесные не вытаптывали берега, чтобы не мутили воду и так далее. Он даже немножко вредный, он такой вот очень строгий, даже любит иногда поругаться, поворчать. Вот. Но у меня была проблема, я не знала, как он выглядит. Но меня выручил вот художник, это мальчик, иллюстратор, он живет в городе Череповец, Вологодской области. И вот он на конкурс прислал вот такую иллюстрацию, и я поняла, как выглядит мой персонаж. Еще с тремя сказками. Они напечатаны в сборниках. Это не отдельные книжки, а сборники. Вот здесь, по-моему, есть в библиотеке. Здесь две сказки. Одна сказка называется «Заколдованные перстни». Вот. Вторая сказка называется «Почему береза белая?». Вот я придумала свою версию, почему у березы белая кора. И вот эта сказка, вот, в общем-то, об этом и рассказывает. Перед тем, как посмотреть последний мультфильм, я хотела бы сказать, что у меня еще есть несколько сказок и рассказов, которые я не опубликовала еще, не издала, потому что нет времени и так далее. Вот. Но, тем не менее, они там уже участвовали в каких-то конкурсах. Вот эта сказка, которую я сейчас представлю последней, я написала ее уже давно, посылала даже на конкурс, на немецкий конкурс, потому что фамилия у меня немецкая, вот, и поэтому я послала ее туда. Она там тоже вышла в финал, и там обещали даже напечатать ее на немецкий, перевести на немецкий язык, да, и напечатать где-то. Но я пока не знаю, что там было с ней. Вот. Но, тем не менее, что я хочу вам сказать, что если вы хотите что-то вот написать, то не нужно стесняться, нужно вот участвовать больше в каких-то конкурсах, то есть проявлять себя, да, не держать себе то, что вы можете сделать, да, если вы, допустим, хотите стать, может быть, журналистом впоследствии, то нужно побольше практиковаться. И нужно, ну, как бы выводить в свет свои произведения и даже слушать критику, потому что это тоже полезно. Так, первый у нас мультфильм был «Динозавр с мороженым». А как вы думаете, можно облако поймать удочкой? Нет. А почему? Это не желательный ответ. Потому что вода недалеко.
Во-первых, это далеко, а во-вторых, ловить облако, да, ловить воздух. Ну, то есть это водяной пар, да? Да. Второй вопрос. А вот кто-нибудь может перечислить все предметы, которые летали по небу? Ну, в фантазиях, конечно. Так, ну я даже не знаю, кто первый поднял руку. Вот эта вот девочка вроде подняла первую руку. Маргарита, вставай. Да можно и так. Был толстый кот, было одеяло с подушкой. Ну, давай. Собака с косточкой. Она была сложена в калачик. Это была собака мальчиков. Динозавр с мороженым был. И еще был верблюд и крокодил. Ботинок, который учился. И понятно, ну почти всех вспомнили, да. В сказках должно добро побеждать зло, да? И сказочным героям обычно кто-то помогает или что-то помогает, да? Ну, это как бы в большинстве случаев, да? Но иногда и нету никакого волшебства, да? А вот как мастер одолел вот дракона этого? Вот при помощи чего? Ну, вот этот мальчик первый. При помощи салона? Ну, а как это в общем назвать? Ну, давай. При помощи хитрости. При помощи хитрости еще. При помощи своего мастерства. Вот, правильно. Он же мастер. При помощи своего мастерства, ну и хитрости, конечно, да. И мы должны как бы это понять, что есть какое-то препятствие, если есть какое-то зло, если какое-то, вот, не знаю, есть что-то такое непреодолимое, и оно тебя сильнее, то мы все равно не должны сдаваться, правда? Если мы что-то умеем делать, да, если у нас есть голова на плечах, то мы можем победить все, да? Ну, не все, конечно, но постараться хотя бы это сделать, правда? То есть он победил дракона не при помощи волшебства, он не заколдовал его, ничего. Он просто схитрил, конечно, да, но и был мастер на все руки. А, ну и вот, и это на внимательность. Из чего он сделал конфеты? Ну вот опять вот этот первый мальчик. Но он уже отвечал, да? Ну, давай. Где ты можешь перечислить? Давай вот это. Из соломы, из брусков дерева и глины со смолой. О, глины, да. Из камней, да. Из глины, из брусков дерева. Так. Ну и третий из соломы, да. И во что он обмакнул вот последнее? Смолу. Потом смола растаяла, да, и дракон. Получилось, что дракон влип вот в смолу и никак не мог. Ну, и последняя сказка. Вот как вы думаете, почему вот Александр пожертвовал своей молодостью, своей красотой? Вот ради чего? Вот, ну, вот этот мальчик. Ради того, чтобы спасти ее. Чтобы она... Ну, да, правильно. Была здоровой. Ну, потому что он был очень добрым и бескорыстным, и он хотел спасти принцессу от этого проклятия. Да, правильно. Давай, ты теперь скажи. Он хотел спасти принцессу, потому что он любил ее и хотел ей помочь.